если что надо, ну, кто надо будет помочь, напишите в чат, я зайду помогу. Хорошо. Последний трэш перед ланом. Короче, ладно, не переживай. Я думаю, после рестарта все разбагается и заберешь эти осколки в следующем рейде тогда. Чек. Подтягивайтесь на лагерь. Может, он троллит? Поперейте фласки, пожалуйста, после ланы человек на минусную ЕП. Все готовы, хилы в центре, РД сбоку, погнали. Сади нас, кинешь мне трейд, отдам тебе бак. Молодец, Сикс, молодец. Кусает там ДПС у людей. ПВНЗ, выйди. Ты походу глыбу не прожал. Хотя подожди, ты прожимал сейчас глыбу? Вроде анимация была. Все видели этот прикол? На мага кидается дебаф, он прожимает глыбу, а уже все равно тикает. Так. На череп дайте антифир. Дистанцию набрали. Начинаем представление. Thank you.
Джейлис, попробуй гимн Аману спеть. Колье. Слушай, это вчера тоже так падал, да? Колье и ботинки. Ага. Ты видишь осколок, молодец. Наверное, вообще не выпал, я тоже не вижу. Колье. Сейчас забагайте сервер, нахуй, осколки вообще перестанут падать. Так, антисептик. Кали уходит с ПРом 4. Обнажите клинки, соратники. Ор выше гор просто. Лучше умереть сейчас. Собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Просто ор. На пустой болтовни прибыли наши герои с их помощью. Завоеватель. Так, продайте, пожалуйста, фласку бусинки на АП. Нужно подойти. Спасибо. Пацаны, тут нам никому ничего не надо, ходим просто ради того, чтобы побить боссов. Давайте бафайте, кто там падал? Фласку, лапу, интеллект, давайте. Нормально, ПВН за бич. Наверное, ты в миссанул. Тактика на трэше уже тоже пропала, у нас просто заливаем мобов всех. Мы прошли игру. Да. Потянули скилл за 5 секунд. Блин, если 6 раз в день, ой, за КД ходить сюда, то, наверное, так и рейды будут проходиться все. Блин, Войда не достаю пока. Поднимай, Салинас, поднимай быстрее, Войд лежит рядом с трэшем. Критическая ситуация. А, сейчас захилаем. Вот, все. Спасем. Рейд спасем. Надо хоть печеньку порвать или талисман. Если выпадет, конечно. Так, у кого есть хил аспект на валютрию?
Ну да, пока висит баф от демона. А его и нету чё-то. Думаю, нету смысла прессить, да? Подымайте, пока нету буры. Так. Значит, два шамана, хулипал, Салинас, будете Валю хилить. Джейли, Свиля, ты захилишь одна? Рэй. Бейте только взрывом разума и заливайте на ДЦ. Так. Кого еще хилы есть? Ну да, тут, наверное, больше никого. Рэд, тут есть хулипал? Молодец. Понял. Есть у кого рыба? Зачем тебе индикаторы ХП? Я без индикаторов играю. Залейте звездочки Инар. Take and fly. Выпей фласку. Так, Рэд, выпей фласку. Все, мокро снопу. ЕМК на плотца кидай. О, почки, да. А зачем вы спели гимн на ману? Класс. Прям где шаманы хапал стояли, прям туда и там порталы появились. Включи ауру воина света, чтобы мы быстрее летели. Аура воина света. Отлично. За террера вот их хули пести, я так понял. Да, мы еще побыстрее захилим. Господи, что это? Кто-то сделал. Северное сияние. Не убили. Анбаф. Что-то я ни одного ника не знаю. Да не, одно ты знаком. Северное. И за сколько часов они пронесли? Интересно.
Просто интересно. Наверно за третий день. Ну, кстати, да, логично. А, Владик видел такого чувака. Просто странно, что именно с воскресенья он был сделан. То ж надо не вешать КД персонажем там. Там БДК случайно не мертвый? Нет. То я смотрю, у него 9% хп, когда я заходил в портал из болезни. Блин, не могу найти портал, а вот он. Давайте сейчас рост будет после этих порталов. Папироса читаю. Да, да, все правильно. Потом с этого рэпа через 5 секунд. Не знаю, баг это или нет, но я не вижу бафа от демона. А вот вижу все. Есть. Есть падение, бонус. О, вот вижу 30 секунд. А, что-то... Тяжеловато, тяжеловато хилиться что-то. Блин, 3 ляма еще. Еще 2 стака выше было. Сейчас демон баф спалил, а черт. Давление сливать это 30%, 40% от хил режет. Покажите, кто не в порталах был, а ХПС. Да, понятно. Медленно, что такие медленно. Вот Холи Престол, вот этот джезл, правильно? Лучше, чем предыдущий. Не сказать, что лучше, там разницы никакой почти. Ну, типа мана будет резаться. Там СПД больше. Сколько? Одна мана в 5 секунд будет резаться? Или пол маны? Одно очко маны будет резаться из 20. В смысле? Да не придавай значения, ну возьми и все. Ну, одевай. Блин. Да, у меня цель была выбрана, я спамил этот. Ну, лестница. Темп это рес отчет за втыком. Чего они реснули людей? Где они лежат? Возле... А, я думал, они возле Валитри. Да. Ну, в ДД, чтобы подамажил трэш, а потом обратно в села. Ладно, уже не успел.
Я так понял, это ФК, да? Я не помню, когда последний раз перед Синдрой выбил мне ФК. Ну ничего не надо с Синдрой, с Лича. Да, что ты хотел? Он с Джерин хочет подамажить, ему ничего не надо, я получите вы сами. Да нет, молодец, Леретри, чё вы? Ну держи, молодец, тогда я тебе ЕП накину потом. Да, Антисетри, сейчас я поменяю тебя на Вара и будем в три хила усилить. Молодец, только не ливай с рейда, останешься здесь, в шестой пати. Но я возьму пулпер, он подамажит. Молодец, первый плюс поставил. Я первый плюс поставил. Ты демон. Я первая сказала. Андре, отряди ты тогда. Молодец, оставайся. Сама готовить надо. Минуточку, я пойду куплю одну вещь. Что-то я забыл про нее. Найти каску по магам. Это вообще все по лабафы. Что вы там, на ком вы там? Синдри.
Что по СС? Джерин, ты тут? Mm-hmm. Да, СС все так же. Дисрап Джелли, Сильвера, Салинас, Ледяной Мрак, Джест. Думаю, потом на второй фазе лича откатится все это добро. Потом не будете ни на кого кидать по команде только. Давай, заходи, Джерин, с умолим. Да-да-да. Сейчас буквально 2 минуты 13 секунд я захожу. Ну, за это время нужно себя погубить. Да, конечно. Если бы я уже не остыл, я бы задал тебе жару. У тебя такая гладкая кожа, ни одной червоточины. Это не слюна, а бальзамирующая жидкость. Кто может мамонта поставить пока? Продам хлам. Я могу джиса поставить. Давай джиса. Шмотки продам. Ну я лучше распылю. Джерин, где ты там? Да, все, уже захожу. По почте передаю вещи, захожу. Кому ленточку, кстати, кто там ее сролил? Мне таки не отдал ее. Ледяной брат. Давайте по новой паролем. Держи ледяную ленточку. Поднимай сумон. Можно сумо? Да, вот. Я без скриптов уже играю. Что не надо так гнать. Сумма-то нет, что-то я не знаю. Переогнись. Все, пойдем. Уже кучу раз суммонили. Ну, что там? Ничего, гружусь. Что такое? Сейчас дайте фулбаф, как Джерин придет, пристабаф, лапу и каску помогу. Каску уже сейчас можете дать. Все, фулбаф, чек.
маска есть у кого-то? Дайте каску, помогаю. Кто дает каски? Дайте каску, кулак повару. Кец холодец дает каски. Мы напишем. Каску повару, если можно. Отец холодец, у нас ушел один человек. Паладин, так что бафы каски. Маска, есть кого-то надо, да? Ну, давай, 120 голд. Нет, 20 голд тут. Ладно, а у меня фласки нет. Да нет, у меня фласки. Все, вроде дал всем, пошли. Не стал бьем. Попробуем хотя бы убить. После этого. Ого, чуть не вайпнулись. Раги, ты что, не хотел их хп когда? Чего? Авары поняли. Хилят три, два хила хилят, короче. 7 стаков отца холодца. Молодец. Скинул бабл. Но бабл понадобится на последней фазе. Ай-яй-яй. Пупер 8 стаков. Если бы Джирин был РЛом, он бы отхуесосил этого человека с 8 стаками, с 3 хилами, с освобожденкой. Скорее всего. Фридом. Так, ну давайте метки впереди. Фридом не умеет. Фридом дадут. Я понял. Что, не ожидали? Ну там холодец, дай Фридом по БДК, ну 3 стака замедления, он еле забежал за метку. Давайте ретрики, хулипалы, давайте длань БДК. Бейте глыбу, у которой 370к хп, 390к, видите, звездочку поставил. Кружок поставил. Квадрат поставил. Бейте. Если дать рост после пятяшки, мы переведем босса? Нет. Нет. Что? Можно ли без влетки перевести синдром? Как вы? Чему так считаешь? Нет, ну под ростом с одним танком и 2 хила. Ну сейчас. Я думаю, надо как-нибудь собраться так поиграться. Там по сути что-то 370-360 где-то должно быть. 360. Блин, надо как-то замутить так. Ну там все равно опасность есть, если мне эти 15 стаков на стаков тут не зафигуешь. Фридом. Фридом давайте. Фридом, фридом. На нем метка. На БДК метка. Это уже не надо. Побежали снизу слева. Звезда фул хп. Сейчас кружок поставлю. Кружок фул хп. Не бейте метку, отбежали. Ну зачем вы так сливаете на фул, господи? Блядь, как вас назвать после этого? Какие-то неадекваты. Салинас, поднимай, как всегда. Джесс, поднимай с этого рэпа. Ну, кто-то говорил, что ее надо на фул сливать. Поднимайся с трэрэпа. Давайте, фул баф. Каски, кресты, помагу, присту. Лапу, приста баф.
4 хила освобожденка, никто ничего не стакает, спокойно переводим босса. Джерри, ну плевать, у него 10 стаков уже. Молодец, Джерри. Ну конечно. Лера, босса. Каску, по-моему. Бежали. Сейчас хлопну 5 стаков. Все, спокойно сливаем метку. Так, встали в звездочку. РДД, и все видите. Миленькие отбежали. Метку не убить. Ждем притяжку. Беги, малышка, беги! КВ назову под босса. Миленькие отбежали. Давайте быстренько метку. Следующую метку в сторону. Милики босса. РДД метку сливаем. Пока два хила с освобожденкой, можно нормально похилить, можно. Сливайте метку. Следующую под босса. Мистер Сушлятинка, дайте лапу. Сцап под босса, милики отошли. Все, не хлопать, ничего, сливайте метку, скидывайте стаки. Под босса. Тяжко скоро. Эй! Повезло. Не бить метку, притяжка. Беги, малышка, беги! Спасибо. В сторону на 7, Джей. О, смотри, молодец, тебе отдался осколок. Епа. Слушай, может это в натуре из-за ретри? Я ретри кикнул с рейда. Он так говорил, что это из-за него. Блин, бред какой-то. На вов надо часы. Ты в банк положил. Кто? Ну, давай, Аква, можешь потанчить босса? А, Сфиф спекнется в АДК. Давайте. Десять минут в ласке осталось. Извините. Смотри, чтоб не засняли на видео тебя, то забанят еще. Теоретически, знаете что, нужно смотреть видосы Войда, по ним читать чат и просто банить людей за, ну, оскорбление сервера, например. Потому что это, ну, это прямое доказательство. Хотя там наверное, надо еще сервер инфо прописывать, да? Либо какие-то мысли больные в голове. А, интересно, одного раза будет достаточно же? Вначале прописать, что это сервер наш, а потом снимать это все. Давайте бафы. Так.
Шейнекс, ты умеешь станить валик? Комбо почки да, набил. Тогда стань кружок, трусы войд. Первую волну отец холодец, вторую волну молодец ромбик, вторую вальку. На второй фазе СС дисрапт на мафився и все пока. Да, ты ромб. Я запускаю босс. Акма танчит, напал на акму. СС просто на фифсе, а танчит акму. Неужели прибыль? Ну, СС должен спасть и кинуться на акма. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Даруем... Тоже не диспели. Давай, Джелис, ты подиспелишь. А я по команду спокойно. Есть. Дом перебьешь спектр, потом сделаешь лужи. Надо будет хорошо валить и замедлять, лужи нету, тенха нету. А, потом источник команды поменять. Без понятия, что это такое. На отхил ставь-то там, вот этот не надо ставить. Эти горы. Там на самом деле есть горы. Это ворон там тотем стоит. Тотем постоянно. Убей тотем этот проклятый какой-то сатанинский желтый. С этой, как у нас, сила земли. Тотем убери на силу земли. Антисептик. И тотем на МП5. Отбежали РДД. Ловушка. Забывай, что танков надо хилить, капец. Джулиан. РДД ловушка перебежали. Не тупите лишний раз, потому что я тут захилаю, надо захиливать все это. Не хочу все проговаривать. Бусинка, ты снимаешь исступление с ромбика. Вот, говори, когда щит земли спадает, РДД перебежали. Fly. Кажется, рано диспелила. Протовар ловушка. РДД стоим. РДД перебежали. Джест, подымешь кулплея. Встали в кул... череп, встали. Шаман, череп, это или кто это там? Антисептик. Джест, подымай кулплея, если нет, когда мелик ловушка. Сколько процент? 75. Каплю на бой чарджера. Прожимай срезку паладин, который будет давать каплю. РДД перебежали. Ну, знаешь, на второй фазе поднимите мага. Ничего страшного. 71% Селена за чума. Все, давайте на край все. 13 капель на Войда дайте. Зубы там дайте. Так, Сатарарэ, подавай гимноману. Ставлю тотем. На второй фазе, если зубы будут, ты под жнец кидай на БДК. На Акма. Если шаману хватает. Нельзя будет хилить БДК, то сейчас подчинение жнец, он бьет 150к в минуту. Третий, сверху. В секунду. Да, ШП. Вот сфера надо их. ШП надо сверху. У нас всего-навсего 2 ШП, слишком мало людей на сферку 60к хп. Так, КСС на Акма, Дисрапт. Да, Иннеры, Джест, антисептику, Салина с мне, если себе не заливаешь. Сферку добить. Интересно. 700к у духа. Ставим звездочку. Так вот.
Бафы по магу, встали в звезду. Играйте все в вальки. Под валями не стоять. Так, маг, ретрик. Бля, плохо. Два ретрика схватили. Через ромбик играйте, стана нет. С центра всем выйти, осквернение. Играйте валик, не топчитесь просто. Ромбик надо спасти. Так, все спасены. Встали опять. Звездочку. Искоренение будем вперед выносить, либо вправо. Первая валька, первая. Рано еще, 10 секунд, когда. Ну, я говорю, скоро откидаешься. Так, осквернение смотрим. Выбежали с осквернением, антисептик выбежал. Через кружок играем. Хант улетает. Через кружок улетает. Ничего страшного. Через кружок, главное кружок ромбик. Ромбик замедлить. Пытка в ромбик. С центра всем выйти будет осквернение. Так, иннеры звезде заливаем, если есть иннеры, давайте. Папироса, давай гимноману. Я Геру. Сейчас, подожди. Веди в центр лича. Сейчас будет осквернение, осквернение уже было. Давайте в звездочку быстрее, быстрее в звезду. Быстрее, быстрее. Под лича все, под лича. В луже не топтаться. Так, меня схватило, БДК прожмись, я в кружке. Кружок, ромбик, стань молодец. Прожмись, Акма, на него зубы, жнец, никто не хилит Акма. У него 2% хп, блин, капец. Почти умер. Давайте, бейте трусы, выходите из центра, сейчас будет осквернение. Осквернение Мелизона, отойти от Мелизоны. Сколько там инер КД? Без инера тяжко. Стали в звездочку. После третьей вальки будет осквернение. Так, кружок, трусы, играем, кружок, трусы. Трусы неправильно стоял. Быстрее играть. Осквернение возле трусов отбежать. Так, добиваем валик и идем на край. 3%, 2%. Давайте. 1%. Вот перелетел с космоса, смотрю. Осквернение, 1 секунда. Но его не будет. Давайте все на край. Так. Забегайте речь. Первого духа на пульт, бусинка второго рога, если можете, давайте, верим, надеемся в вас. Так. После комнаты Джерелли споешь гимноману, я тотем поставлю. КД. А сколько у тебя КД? 3 минуты. Понятно. У кого нет КД на гим? Ладно, выпью банку на ману, которая стоит 2к, одна штука, пожертвую. Потом выйдет мне одна с деньги. Так. Бейте пока только звездочку, второго духа не бейте. Так, платформа рушится, забежали. Не бейте второго духа, добейте первого. Ну, можно и второго уже бить. Давайте в кружок играемся. Так, после комнаты РДД в духа, миленьким босса. Давайте побежали в звездочку. Так, как я рестер шамана, могу на ходу хилить. Поэтому так бегаю. Вот, критическая ситуация, бомба рядом, надо побежать дальше. Что-то
инвентарь какого-то бафа, что ли? Было у меня 80. Дал им тупо. Прости. Кружок бьем. Я думаю, тебе не хватало именно инты. Прилик на хп не хватает, варов нет в районе. У кого гимн на ману откатился, поставьте плюс. Ребята. Давай. Вы чё? Ой, гимн на ману. БР есть, плюс поставьте. Отбежали от духов. После духов подымешь пулпера, оскверняй одна секунда, пока не подымай. Ай-яй-яй-яй-яй, какой ДПС просрали, да? Так, Джесс, у тебя КД, да? Не прожимается, что сделать? Это пиздец. Тебе доса войды, где я танчу за БДК, ни разу не умирал. А что, БДК умирал сейчас или что? Да. Никто не умирал. А это срыв агро, так это вообще пиздец. Если бы умер БДК, было бы больше мертвых людей. Не, я забрал, как бы тело убили. Но не умирал. Странно. То ли срыв, то ли... Да. Билка на ком. Двое самых слабых умерло. Так боб это, не надо кидать на БДК. Бдилка на ком. На БДК. А чё на БДК она? А не на том. Понятно. Бежали к порталу. Дайте бафы по этому. По вару. Причем зачем дилка на БДК, если надо на топы этого ДД кидать, больше игра будет. Пидорат. Давайте к трону идем. Ну вот поэтому, наверное, и сорвалось игру. Сколько он да сколько не было? Дилка она не снижает огромно, просто добавляет 10% от того, что ДК бьет, еще и вар. Они просто не играли за вар, они ничего не знают, так что можно это слушать. Не, там снижает агро, но насколько я не помню. На 5%, на 2%. 2%. Не снижает оно агро. Снижает. Передает эту угрозу в протовару. Там так написано. Ну не коней скилл. Почитаем. Короче, спорить из-за того, что идет срыв в агро, когда на второй фазе я не бью практически лича и БДК может набрать агро, у вас должны быть вопросы к БДК, почему он так слабо набирает агро, а не к какому товару с вдилкой 5%. Третий видос Войда, где я танчу за БДК, 8000 агропоинтов под вторую фазу, там вообще можно идти курить, никто ничего не сорвет. Ты сам на этом мувике смотришь? Ну а я сейчас посмотрел, у Акма было 7700 агропоинтов. А что это за прикол? Это на третьей базе, это немного. До бдилки было 8903 агропоинта. И вот Войд запорол нам все, короче, жесть. Ладно, пошли к порталу. Есть еще БР, откатились, можно холодца поднять. Хотя, не знаю, наверное, такие-то косяк БДК. Все, убили что ли уже? Это не сестра даже на хп. Линкони эту бутылку будет. Линкони, там написано 50% агро передается. Это 12 тысяч агропоинтов, то есть БДК минус 5 тысяч уже уходит. Видишь, ты вайпа у нас всех. Все за скринину. Видос есть. Ну, сколько мы пронесли боссов? Меньше, чем за 2 часа. А кого он первым убил? Джериона? А потом Мара. Джеста. Ты привел сюда лучших воинов, которых
признал мир и отдал их в мою... Ой, гоней, телку. Что-то 10% от создаваемой угрозы. То есть, если на второй фазе предположить, что у БДК 7000, Войд уйдет 700, но это смешно же. Ну ладно, это вообще фигня. Снимает 10% у БДК. Так талант не работает здесь на сервере, тут где-то 50% снимает. Ну конечно. Да. Ой, да еще глиф, наверное, стоит на бдилку, еще 5%. Вот и все. Блин, ты ж про этого. Ты ж на офе играл, у нас свои правила здесь. Тут бдилки вообще там 50%. Хватит тут свои офовские приколы говорить про какие-то поинты. Привет, бро. Называется AgroPoint Pool. Ну это не работает на сервере у нас. Оно работает, я сколько раз танчил лича, все было нормально. Ну это багом, это багами танчил. Это на офе так играли, у нас все по-другому. Ты врешь. Давайте я объясню для тупых, вот там какой-то сатрале подпишет в рейд. Фури, да ладно, это все ровно забудь. Я просто хочу объяснить, эта бдилка дается для того, чтобы ты лонтил трэш. При ударе по цели, на которой есть бдилка, обнуляется таунт увара. Все. Все верно. Я свободен. Все верно. Что там кто-то войдет за вара решил научить играть? А, да, такие. Не играли за варов и что-то там пишут мне. Не знаю, ход. Не, я могу не кидать бдилку, могу и вообще не вкачать. Я просто духи на вас пойдут, а я посмотрю на это. Как там ДК будет вас спасать от них. Бдилка дается на ДД про товаром только в том случае, если он МТ. А что-то не МТ, кстати. Ну, БДК, потому что... Ладно. Ты типа можешь на рейд поиграть. Я тебе сейчас ГП дам. Кто да. Это такой сатрарепа, блядь? Не пиши хуйню в чат. Что ты пишешь, сука? Хуйню какую-то, сука. Смотри, что он пишет. Он же, блядь, не понимает нихуя. Сейчас Салинус еще Теренас унесет, и отлично. Теренас для Солы как раз драйв кроли. Мне не надо уже, да? Нет. О, видишь, не выиграл. Повезло. О, шаман унес колье и Теренас. Сатурарепа, ты в корне не прав. Прям вот от слова совсем. Вот и порешали. Маг поставил порт и сам же в него зашел. Можем проголосовать, кто за сатурарепа, кто за войду. Да ладно, это все рофлы, успокойтесь. Забудется через 5 минут. Да, это тоже был рофл. Просто два чела упало, ну. Как обычно, доходит до истины голосованием. Не-не, это рофлократия какая-то. Они... Рофлократия. Ой, лол. Не, ну блять, он не да. Начал, наверное, он пишет какую-то хуйню. Да похуй, что она там снимает. Не знаю, он танчил 10 лет уже, это сатрарепа. Хорошо, давайте ситуация, смотрите, у БДК на личе отрыв от всего рейда идет 40% агро от второго места по агру. Это сейчас были проблемы БДК, что был срыв агро даже с этой сраной бедилкой. Если арканом пойти без талантов на агро. Давай, Саня, иди за пусть Войд кидает на меня бдилку, я пойду в БДК, посмотрим, кто там, что с меня сорвет. Джерриан Войд, ну, не смотрит. Когда сделаю аркана, надо будет попробовать. Ты ресочку сейчас соберешь? Ладно, антисептику отдам. Я не говорю, Саня, тебе про леди, я тебе говорю про этот интенсивный Войд, ты никогда с меня арканом на лече ничего не сорвешь. А Акма, тебе надо научиться набирать агро нормально на лече. Не, ну если там с пула брустануть, то можно сорвать.
2500 или 3500? После того, как ты свой руник отдашь. Мы не вайпались? Нет, мы по времени уложились. Да, 3500.